Что самое главное в питании на это видео, Екатерина Карион ответила: благодарю. Я такое познаю, что мне как воздух нужно. То есть очень важно в любом деле понимать суть, стержень его. А потом уже дальше будет легче там выстраивать какие-то там, допустим, грубо говоря, от скелета наращивать мясо. Если мы не знаем сути, то как мы можем что-то сделать такое, чтобы нам помогало? Мы не разбираемся в этих процессах. Я уже молчу о том, что мы не разбираемся, как общество устроено, как оно работает и как оно должно работать. И поэтому мы так и живем. Естественно, такое у нас и здоровье, когда мы не понимаем суть, на чем основано здоровье. А здоровье основано на жизненной силе и умении с ней работать. Кыргызстан, Бишкек, насколько так я смог прочитать. Дедушка, машина просто супер. Открыл YouTube, посмотрел, помечтал и закрыл. Дедушка, ездите на здоровье. Спасибо, спасибо большое. Вот я только вот к этому возрасту, на 60-м десятке, созрел до возможности позволить себе приобрести такую машину. Многие просто-напросто не могут разрешить себе потратить вот такие вот деньги на какую-то такую вещь. Ну, это уже насколько вы себя ощущаете. Если вы ощущаете себя человеком с большой буквы, вы можете позволить. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!